Большая премьера на малой сцене. Гости фестиваля «Фабрика авангарда» смогут первыми увидеть постановку режиссера Ирины Зубжицкой «Леха». В основе автобиографическая пьеса московского драматурга Юлии Поспеловой, посвященная любимому дедушке. Мой персонаж – это дед, старик, который прожил жизнь, но прожил жизнь немножечко не так, как бы он хотел. И вот в конце жизни он влюбляется, и у него все происходит, жизнь по-другому складывается немножко. Постановка знакомит зрителя с жанром маргиналии. Это рисунки и записи на полях рукописей. Спектакль состоит из мыслей и воспоминаний. Он о настоящих и больших чувствах. Это история любви немолодых людей, случайно возникшей и оказавшейся, на мой взгляд, как я это понимаю, в общем, по крупному счету, самым главным событием в жизни. Малая сцена предполагает, что спектакль будет камерный, очень уютный. Артисты находятся от зрителей буквально в метре, что позволяет гостям стать частью постановки, делает их сопричастным к действию. Ты идешь от зрителя, как вот он, ну как в данный момент, вот его дыхание, сердцебиение, пытаешься с ним, и также, конечно, от партнеров. Мне кажется, у нас спектакль, чем выигрышный, у нас сложился актерский ансамбль в этом спектакле. То есть мы друг за друга подхватываем, здесь как бы единая история, мы вчетвером ее рассказываем, эту историю ведем до финала. Частная история здесь становится всеобъемлющей, ставит вопросы смысла жизни. Здесь очень хорошие артисты, которые в состоянии работать. Ну, команда, это дешево звучит как-то. Нормально работать, как должно. Как бы с партнером вместе создавать чего-то. Мы пытались, ну, как бы укрепиться в этих позициях, попытаться что-то вместе создать. Потому что нельзя сказать, что это вот прям мое сочинение, да, а не исполнители. Нет. Как только они переходят в разряд исполнителей, это все становится очень плоским и линейным. Как только они и сами, как авторы, участвуют в этом рассказе, оно становится, мне кажется, как-то поглубже, пообъемнее. Ивановский драматический в этом году получил грант от Союза театральных деятелей, на средства которого в наш город приедут несколько известных драматургов, в том числе и автор Лехи Юлия Поспелова. Тем, кто не сможет попасть на премьеру, огорчаться не стоит. Леху можно будет увидеть в следующем театральном сезоне, который стартует 5 октября. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.